Как сделать такую укладку, которая завоевала сотни сердечек, это я про лайки, да и не только. На чистые сухие волосы наношу термозащиту, накручивать буду на тонкие щипцы диаметром 1 см. Пряди беру тонкие, шириной 1-1,5 см. Накручиваю по спирали, держа плойку вертикально, чередую направление от лица и к лицу. Так получаю еще больше объем нашей укладки, кончик оставляя прямым. Главное не передержать прядь, должны получиться такие волны, а не тугие кудри. Затем с помощью геля для волос прохожусь по волосам, чтобы подчеркнуть текстуру. Ничего не расчесываю, просто разделяю локоны пальцами. Для сумасшедшего вау-эффекта и объема на прикорневую зону можно нанести стайлинг-пудру и сделать небольшой начес. Только будь осторожна, потому что такая укладка может разбить не одно сердечко. Ставь лайк, подписывайся. Люблю. Целую.